видео, как я обещал, я провел ряд встреч с бывшими клиентами, партнерами, которые работали с данным комбинатом. Я проехал Днепропетровск, Харьков, Киев. Я встретился с потенциальными трейдерами, которые хотели бы работать здесь. Доверие к комбинату действительно сильно утрачено. Но есть перспектива и есть организации, которые согласились с нами работать. В данный момент наш юрист и юристы этих предприятий будут подписывать, будут формировать договора, и в течение ближайших 2 недель мы уже поймем, какое количество зерна поступит на комбинат, на переработку, на хранение в июле-августе месяце. По предоплатам, которые, как я озвучивал, мне хотелось бы получить с компанией, которая будет с нами работать, ситуация пока негативная, но есть 2 организации, которые согласились рассмотреть этот вариант. И я уже могу сказать, что в течение этого месяца зарплату за февраль погасить нам удастся. Я понимаю сложность и критической ситуации в плане того, что вы давно зарплату не получали, но хочу заявить, что я делаю все возможное. И этот путь, он не будет быстрым. Потому что в данный момент, неожиданно для нас, приехала выконавческая служба с представителями организации СИТАМ, которая в принудительном порядке реализует имущество арестованное. И в тот момент, пока я встречался с кредиторами и обсуждал заключение мировых соглашений, и рассрочку на 2, на 3 и на 5 лет тех долгов, которые предприятие им задолжало. В этот момент вроде бы государственная структура, но пытается нам мешать. И с этим придется параллельно бороться. При прошлой встрече здесь были активные члены коллектива, у которых было больше всего вопросов. Вот. И я хотел бы озвучить, что если у этих людей есть какие-то идеи, как ускорить процесс выплаты зарплаты, то пусть эти люди присоединяются ко мне, к моим заместителям, чтобы мы вместе выработали механизм погашения зарплаты и ускорили его. Давайте уже будем вступать в диалог. Озвучить ситуацию. Со своей стороны я бачу ситуацию, что да, действительно есть переговоры, есть двиги, то есть по заработной плате уже что-то более-менее понятно, хотя бы по частям начинаем гасить, да, будем гасить, по крайней мере. Ну, вы только что ж не чули, да, только что, что директор сказал. Що до кінця місяця буде закрита заробітна плата. За февраль. У електроенергії зараз також переговори йдуть, щоб запустити цю роботу, яку-то почати, по підготовці до газації. Ну, скажімо так, моє бачення, що да, дійсно вийде його вивести. За цього. Чи як його правильно назвати, в якому ми зараз знаходимося. А я що все йде сюди? Ви скажіть нам, будь ласка, що сказали кулінічі по поводу того, що у них нет нічого? Як вони на це реагують, якщо воно все було опечатано? От так нам розкажіть конкретно. А було ли воно? Що? У кулінічей було ли що-нибудь тут? Звісно, було. Вы видели это, да? Было, да. Вот надо с этого начинать, наверное, да? Ну, вот что они скажут? Они же все это городили. Позиция Кулиничей тише. На прошлом собрании
я сюда приходил, и я понимал, что куличи настроены работать с нами решительно. Но, прождав встречу с куличами в понедельник, и она не состоялась, я дождался ее во вторник, и увидел, что настроение владельца компании, но не такое уверенное, как было на встрече до этого. Поэтому я решил не ждать от них ответа, потому что он пообещал дать ответ на этой неделе. Ну, уже четверг, ответа нет. Я начал встречаться с остальными кредиторами. Потому что, чтобы нам возобновить работу предприятия, то самое основное, что надо сделать, это добиться со всеми определенного согласия и предотвратить подачу иска в суд и предотвратить дальнейший арест счетов. И те аресты счетов, которые уже наложены, это компания «Куличи» и агентство «Госрезерва». Только лишь с помощью мировых соглашений мы сможем снять. Это все требует определенного времени. Но я вижу, что как бы они не хотели завести предприятие в банкротство, мы сможем это предотвратить. И мы обязаны это сделать. И в этом месяце я, как руководитель, должен сдвинуть выплату заработной платы с места. А что долги по зарплате? Вот это будет ваш плюс. Сколько сумма долгов по заработной плате? Долги по заработной плате больше 2 миллионов на уровне. В данный момент. Это с мая месяца. Это уже с мая месяца. А фонд заработной платы месячный сколько? В данный момент с налогами 700 тысяч гривен. 2 700, значит. А как аграрный фонд? Встреча с аграрным фондом у меня должна состояться на следующей неделе. На этой неделе они встретиться не смогли. И позов они не подавали. Не, на это можно уже сделать. А, по переработке в смысле? На каждом счете переработки. Пока что не известно. Компании, которым должны, вот, например, компания КАИС Харьковская, они согласились подписать мировое соглашение, не инициировать арест счетов и разбить весь их долг на 2-3 года частично, чтобы комбинат отрабатывал эту сумму с помощью услуг, которые будут им же оказывать. Я считаю, что это подход нормальный, и таким образом и нужно выводить предприятие из кризиса. А вот, к примеру, агентство Госрезерва не дало определенного ответа, но мы уже видим, что по их инициативе пришла выконавчая служба арестовывать транспорт и пытаться его реализовать. У кого есть план или идеи, пожалуйста, не стесняйтесь, вставайте, озвучивайте, давайте их обсуждать вместе. Я считаю себя профессионалом, но я хочу, чтобы у меня была поддержка, и если я чего-то не знаю или вдруг я что-то упустил, давайте вместе это делать. Мы попросим с вашей стороны, какие есть действия, действительно вам надо помочь, мы поможем. Но на сьогоднішній день, поки ми знімаємо нічого, розпитися, то що ви, конкретно я не почув нічого від вас. Так, будемо працювати, а коли будемо працювати? Присоединяйтесь. Не ясно. Просто ми самі не знаємо ситуацію на заводі, розумієте? Ми не знаємо, скільки ми повинні, кому, як ми можемо говорити, допомагати вам, наприклад. Ми самі не знаємо ситуацію, від нас це все скривалося все время. Это отличный вопрос. Вы можете ближе подойти? Вы в прошлый раз задавали много вопросов. Давайте, да, давайте подходим. Если рабочий коллектив хочет понимать долги предприятия, пожалуйста, они будут с сегодняшнего дня у секретаря. Вы можете зайти, представитель пусть зайдет, и все кредиторские задолженности вы увидите. А скажите, будь ласка, на сьогоднішній день абсолютну цифру кредиторської заборгованості і дебіторської. Назвіть, хто такі дебітори, чи вони реальні, чи нереальні, живі вони, чи не живі, що можна очікувати. Кредиторську задолженість я вам назову приблизительно. Вона порядка 30 мільйонів. Чому приблизительно? Тому що іски, допустим, іск Куличей подан на 17 мільйонів,
но в личной беседе они согласны, что им должны 15, и пеню они готовы списать. Это как пример. Четыре с половиной миллиона дебиторская задолженность. И кто такие дебиторы, скажите? Ну вот... Сами-сами. Что ответ можно очистить? Вот я думаю, что ответ на этот вопрос сотрудники знают, потому что я первый день, когда пришел, вышел на работу, я сразу услышал, что самые крупные дебиторы – это компании, которых следователь не смог найти, которые не находятся по месту регистрации или в стадии припынения своей деятельности. Сколько таких компаний? Ну, есть три компании, которые должны... Вот этих 4 миллиона три компании должны, да, я правильно понимаю? Нет, Созагрань. А, вообще. Также дебиторская задолженность есть среди тех же куреничей. Допустим, они должны за какие-либо услуги, но им должны компенсировать товар. Поэтому дебиторка якобы есть. С куреничами получается минус проценты какие-то, где-то сколько миллионов получается? Порядка 15 миллионов. Это 15, вы сказали, что они выставляют еще какие-то проценты. Дополнительно там. В суд они подали на 17 миллионов с пеней. Но они и дебиторы в то же время, вы же говорите. В то же время дебиторы, да. На какую сумму примерно они дебиторы? Тут сумма порядка 600 тысяч. А, ну, ага, я понял. А на какой срок вы пришли, чтобы люди, допустим, могли вам поверить? Допустим, дело в том, что людям приезжать не мазо что. Не мазо что приезжать. Мы давно не получали зарплату, и людям действительно не мазо что приехать на работу, чтобы начать какие-то трудовые свои деятельности. И чтобы какие-то услышать потом от вас ответы. Вы все правильно говорите. И тот же вопрос мне задают и агротрейдеры, которым я предложил сотрудничать с комбинатом в дальнейшем. Потому что вы все знаете, что меня назначили на срок до 2 месяцев. И вот трейдеры мне задают вопрос, а как же мы сейчас внесем предоплату на предприятие, а если тебя уволят? Поэтому в понедельник я должен быть в министерстве и обсуждать этот вопрос, вопрос гарантии коллективу, вопрос гарантии партнерам, с которыми комбинат будет работать. А кто намечается? Агротрейдер. Еще раз. Агротрейдер, кто намечается? Агротрейдер. Я буду встречаться с аграрным фондом. Аграрный фонд. Есть зерновая группа Киев, которые хотят работать по давальческой схеме производства муки. Есть компания КАИС, это те, которые согласились работать, которым интересен этот регион. И опять же, чтобы вернуть свой долг, я дал понять, что им лучше с нами сотрудничать. Есть еще ряд компаний, которые пока не дали четкого ответа, я не могу называть их на Скажите, электроэнергию когда планируют включить? Потому что без электроэнергии нет смысла выводить это людей. Я с вами согласен. Это будет зависеть. Я жду ответов на мои запросы, на мои просьбы трейдерам. Я жду ответов и от того, какие суммы будут поступать нам на расчетный счет, я буду понимать, когда мы включим электроэнергию. Но для меня самым важным в данный момент является доверие коллектива и сдвиг выплаты заработной платы. Поэтому первая сумма, которая зайдет на счет, она будет погашена заработная плата за февраль месяц. Уже после этого будет подключена электроэнергия. Я вас понимаю, но если сейчас спросить каждого, то я уверен, что большинство скажет, что выплатите зарплату, а потом мы будем работать. Смотрите, я вам хочу озвучить следующее. Мы часто слышим предвыборные обещания,
Но в данный момент у нас собрание рабочего коллектива, и я хочу озвучивать лишь те вещи, в которых я уверен, и давать обещания, если давать, то те, в которых я тоже уверен. Поэтому у нас с вами будет следующее собрание через месяц моей работы. Так как 30-го выпадает на субботу, то будет 2 июля. И я сделаю максимально все для того, чтобы вы 2 июля уже не только слышали мои слова, а о том, чтобы вы увидели какой-то реальный сдвиг. Вот. Это мое предложение. Согласно законодательству, человек должен находиться на работе, даже если предприятие находится в состоянии вынужденного простоя. Но это же не по нашей вине, а цеха распечатает. Цеха распечатает. Сегодня в 15:00 решение суда должно быть. Надеемся, что. Мы надеемся, что оно будет положительным. И то зерно, которое находится на ответственном хранении, с нашей территории заберут, и мы сможем готовиться к началу сезона. Как вы заговорите о клиентах для моих? Давайте будем решать вопросы по этапу. Еще раз. Напряжение, дымо. Ничего не робить. Давайте будем решать вопросы по этапу. Я думаю, Кулинича его руками уже будет. Ну, мешками уже заносит. А если вы говорите, что мы должны находиться на рабочем месте, а если у нас нет условий труда для рабочего места, если у нас даже буквально нету душа? Нету чего? Ну, вода есть, нету электроэнергии для того, чтобы хотя бы искупаться после. У нас, у меня в кабинете в 10:00 были сотрудники КРУ, которые сейчас проводят аудиторскую проверку. И я задавал им тоже этот вопрос, как правильно мне поступить. Мне ответили, что ты поступай по закону, а по закону сотрудники должны находиться или на рабочем месте, или нужно ставить прогулы. Поэтому тут я хотел бы максимально профессиональные отношения и иметь с коллективом, но и отношения дружеские. Но где нужно поступать по закону, я буду поступать по закону. Я вас слышу. Давайте так. Ну, критиковать я тоже умею. Если у вас есть предложение конкретное, пожалуйста. Давайте так. Вы будете моим помощником на процесс, на время вывода предприятия из кризиса. А мы госпредприятие, що не може государство дати якийсь кредит, щоб вивести нас із цієї ями? Прошлый раз. А где тот директор, который все это сделал? Где он здесь? Ищет полиция. Вот мы ему тоже верили, понимаете, мы ему верили, он тоже в доверие хорошее входил. Ну, в одно мгновение он все разобрал. Его тогда так пускали, да. А то, что не заказал, а то, что есть еще вопросы? Что? Конечно. Чтоб выйти из ямы, треба гроши хорошие, а дай их людям. Кто их даст? Скажите, пожалуйста, я вас слушаю. Вы понимаете, вы говорите, чтобы люди ходили на работу. Богато у нас живой из-под Полтавы.
на поезд треба гроші. Поїзд туди, поїзд назад. Це люди приїхали, потопталися тут і поїзд. Нічого не зробили, нічого не заробили. Ти ще пороби, міг і скупатися. 15. Ситуація крайне критична. Ну, в даний момент на підприємстві лише арештовані рахунки щита. Нету можливості з арештованих рахунок счетов виплачувати заробітну плату. І предусмотрено законом. Ми юридично зараз займаємося іменно тим, щоб счета розблокувати і підписати мирове соглашення з кредиторами. У мене є і питання, і... Доброго дня, я уважно слухав, перепрошую, якщо не знаєте, Сікало Геннадій Анатолійович мене звати. Я знаю ваші проблеми вже давно. Цю людину я знаю особисто, який прийшов до вас. Хвилину назад ви чули, я зробив дзвінок керівнику Державного банку. І попросив призначити зустріч, щоб він попав до... керівника Державного банку для того, щоб вирішити проблему, про яку ви сказали. Можливо, я думаю, що можливо вирішиться питання кредитувати якимось чином Державним банком, Державним підприємством. Те, що у вас відбулось, ви, будь ласка, спокійніше, молода людина особливо, ви спокійніше ставтесь до нового керівника. Його вини в тому, що відбулось, немає взагалі. Я перепрошую. Проблема складна. Це дякувати Богу, що комбінат знаходиться у списку об'єктів, які не підлягають приватизації. Схема була розписана, вона успішно реалізована, і ви б уже, ну, я думаю, що тут би не працювали. Працював би Мисик або над новим мікрорайоном тут в Полтаві, або, значить, щось би відбулося. Це дякувати Богу, що комбінат в списку об'єктів, які не підлягають приватизації. Політики не потрібно тут. Потрібно спокійно віднестись до тої, ну, своєї роботи, яку треба робити. От я вас про це попрошу. Те, що залежить від мене, я йому допоможу. Він нова людина тут в Полтаві, але ну, те, що ми зможемо, я допоможу йому. Щоб максимально швидко виплатити заробітну плату, на трейдерів не розраховуйте. На трейдерів не розраховуйте. Розраховуйте на роботу. Що крім трейдерів, є ще мука, є ще те, для чого предназначений, і що ви найкраще вмієте робити. Мене цікавить це КХП, тому що тут сплачуються податки, вони повинні сплачуватись. Тому що за ці податки живе, ну і ви заробітну плату отримуєте, і вчителі, і всі інші отримують ті податки, які ви сплачуєте. Розумієте? Тому, знаєте, я на вашому місці не казав би там місяць, давайте через два, через три зустрічатися. Кожного дня потрібно щось робити. Кожного дня. І люди, ви подивіться, вони працювали неправильно, кажуть, що вони вірили, тут питання не довіри, тут питання праці. Розумієте, що кожен повинен віддаватися. Отак люди готові працювати, ви також так само повинні працювати на благо людей і комбінату. Йому вже скільки років комбінації? 112. От ви уявіть собі, 112 років він стояв, дай Бог, щоб він після вас ще 112 простояв. Я думаю, що все вийде. О 3-й годині він буде у керівника Державного банку. І я думаю, що ну, ми досягнемо якогось компромісу. Цей етап уже просто слухаю, що...